Всем привет! Насмотревшись видео в Ютубе о том, что ножи охотничьи типа НКВД и всех остальных режут монеты, решили мы попробовать взять обычный кухонный ножик от Авроры. Значит, толщина самого ножа у нас 1 мм. 1 мм. Вот. И мы будем пытаться им, во-первых, конечно же, тест красивый на бумажке. То есть мы его попробуем. Вот, ну, режет. Короче говоря, тут еще бумага такая подмокренькая. Ну, он ее режет. Во всяком случае, наточка у него нормальная. То есть, если вот так посмотреть, то, в принципе, режет. Вот. Режет. Берем и пробуем теперь на монетке. Взяли мы ее в тиски, молоток, как на том видео, и начинаем бить и смотреть. Смотрим. Так. Вот, пожалуйста. Вот монета. Сейчас фокус не хочет брать. И вот разрез. И вот разрез. Обычная сталь. Кухонный нож. Ему особо ничего не случилось. Самому ножу. Ну так, чуть-чуть совсем. Но тем не менее, он отлично справился с монетой в 10 копеек. Вот ее видно. Вот. Не, так не хочет. Фокус не берет вообще. Вот ее под увеличительным стеклом видно. Вот так ее покромсало. Так что обычный даже кухонный нож справляется с этой задачей, не говоря уже о какой-то суперской стали D2, там или еще какая-то НКВД, финка, или еще разные маркировки стали, 420-я, 40-я, там усиленная за 1000 гривен. Да вот, ножик с Авроры за 15-19 гривен спокойно себе рубит монеты при желании. Так что выводы делайте сами.